Телеканал «Хит-ТВ» и компания «Шеврон» представляют. История сегодняшнего героя, быть может, отчасти известна многим. Я знаю, что эти 14 лет уничтожили мои нервы. Он вырос в простой семье. Ему рано пришлось стать самостоятельным. Даже не в чем было ходить, на самом деле, в школу. Мы брали обувь у соседей. В 16 о нем заговорили. В 17 лет он стал звездой. Мы были везде. Сегодня он впервые расскажет без прикрас, чего стоили ему эти 14 лет пути. Расскажет о смерти отца. И тогда мы с ним поругались, а через 2 дня он умер. Потери близких, попытки суицида. Оказывается, в этом бреду я пытался покончить жизнь самоубийством. Предательство. Меняешься и понимаешь, что люди твари. И победа, которые в итоге сделали его Адилем Лиян. Программа подготовлена при финансовой поддержке компании «Шеврон».